Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Привет-привет, друзья! Сегодня мы с вами решаем такой вопрос, как восстановить микрофлору кишечника после антибиотиков, друзья. Многочисленные витамины, минералы, все круто, здорово, но если микрофлора работает плохо, то начинается какая-то проблема. И что нам нужно? Что нам нужно для того, чтобы восстановить микрофлору? Друзья, столько вопросов. Лецитин по две штуки с приемом пищи – это помощь печени. Лакло – пребиотик. Разводим одну чайную ложку в стакане воды. Бифидофилус флора – пробиотик. Плюс стакан воды. И также, друзья, помогаем себе хлорофиллом. И да, если это все работает, то нормальная микрофлора участвует в усвоении кальция, стимулирует перистальтику, регулирует иммунитет, выводит токсины, регулирует водно-кислотный обмен, обмен жиров, билирубина, синтезирует витамины и незаменимые аминокислоты. Представляете, как важно? Если вам нужен мой конспект, то напишите под видео: «Алена, я хочу». И я хочу восстановить свою микрофлору. И я отправлю вам. И не забывайте подписываться на канал.